минувшие выходные полным успехом представителей Верхневолжья завершился чемпионат России по зимнему универсальному бою, который прошел 15 января под Тверью. Хозяева уверенно выиграли командный зачет, опередив другие регионы, представительство которых в этом году заметно выросло. Тверская область уже далеко не впервые становится хозяйкой чемпионата страны по зимнему универсальному бою. И этому есть логическое объяснение. Данный вид спорта в нашем регионе очень популярен. Мы являемся одним из центров развития этого вида спорта, этого направления. Здесь у нас и в Центральной России, и в России вообще. И Тверская область принимает активное участие как в развитии популяризации, так и в проведении соревнований по данному виду спорта. Зимний универсальный бой – это, по сути, триатлон, когда спортсмену нужно быстро бегать на лыжах, метко стрелять и хорошо бороться. Все это обеспечивает большую зрелищность этого вида спорта. Этот вид спорта, когда-то созданный Сергеем Петровичем Новиковым, нашим олимпийским чемпионом по дзюдо, получает свое развитие, он востребован как никогда сегодня. Среди участников и гостей соревнований было немало военных, сотрудников правоохранительных органов, как действующих, так и бывших. Все они полностью уверены, что навыки, полученные при занятии универсальным боем, всегда помогут человеку в погонах. Кем бы ты ни служил, офицером, там, командиром батальона, роты, взвода, или ты там сержант, условно говоря, отделением командуешь, это очень важно. Без данных навыков сложно будет выполнять поставленные задачи и защищать как себя, так и своего товарища. Спорт связан с нашей, так скажем, функциональной деятельностью, службой спецподразделений. Вот, поэтому тут все к нам сходит: лыжи, стрельба, борьба. Напомним, что в ходе состязаний участникам необходимо было пробежать 400 метров на лыжах, затем поразить три мишени, после чего сразиться с соперником в борцовском поединке. Последнее в зимних условиях особенно сложно. На снегу бороться – это не на твердом покрытии, на татами. Здесь гораздо сложнее. Также по форме тоже. Тут не наденешь кимоно. Брать захват очень, очень сложно. Нынешний чемпионат России по зимнему универсальному бою продемонстрировал заметный рост популярности данного вида спорта. В Тверь приехали представители не только центральных регионов страны, но и таких отдаленных субъектов, как, например, Калмыкия, Мурманская или Челябинская области. Все они вели борьбу за 10 комплектов наград. 5 у женщин, 5 у мужчин. Какие весовые категории? Ну, начиная у мужчины 60, 70, 80, 90 и свыше 90 килограмм. А женщины 48, 52, 62, 70 и тяжелые свои категории плюс 70 килограмм. По итогам соревнований общекомандный зачет уверенно выиграли представители Тверской области. Наши земляки завоевали 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовые награды. Для сравнения, у представителей традиционно сильной в универсальном бою Калужской области всего 2 первых места.